Остров Бали, закрывавший границы для туристов на фоне пандемии коронавируса, может начать пускать путешественников до Нового года. О возможном открытии популярного курорта в ближайшее время стало известно из заявления представителя ООН, передает The Straits Times. По информации издания, директор Всемирной туристической организации ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону Хари Хван возглавил делегацию на остров, чтобы самостоятельно оценить реализацию мер, разработанных властями для подготовки Бали к приему иностранцев. «Я очень рад видеть Индонезию и Бали. Думаю, вы готовы открыться для туристов в ближайшее время или в следующем году. Я не удивлюсь, если правительство объявит, что Бали открывается еще до Рождества», — заявил Хванг. Кроме того, эксперт заявил, что балийские протоколы по безопасности показались ему одними из лучших в мире. «Я надеюсь, что наше сотрудничество с правительством Индонезии может стать хорошим примером для соседних стран и всей Азии», — заключил он. Ранее в декабре сообщалось, что массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.